В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1 марта днем международной борьбы с наркоманией. В структурных подразделениях КФУ имени Вернадского Департамент по молодежной и социальной политике организовал проведение уроков здоровья, посвященных этой проблеме. Сегодня в Бахчисарайском колледже проходит хорошее мероприятие. Это урок здоровья. Это уже у нас принятая программа на 2016 год. Уроки патриотизма, уроки здоровья. И сегодня руководитель центра Бритко Виктор Владимирович, он инициатор этого направления. 29 февраля такой урок прошел в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна. В рамках данного мероприятия обучающиеся колледжа посмотрели 12-минутный фильм, который рассказал о наркомании и ее последствиях. Такие мероприятия и такие моменты заставляют оценить жизнь по-новому. Сегодняшний день очень важен для нас. Хочется, чтобы подобные темы постоянно поднимались и было как бы интересно, и молодежь, чтобы понимала как-то больше. На сегодняшний день в наркодиспансере Республики Крым на учете состоят более 9 тысяч наркозависимых, 80% из которых составляет молодежь до 30 лет. Очень полезное мероприятие, потому что просвещение в этой сфере очень надо, и лучше вовремя предупредить беду, чем потом бороться с ее последствиями. По России, по неофициальным данным, то есть не на учете, а вообще считается, что около 8 миллионов наркоманов. Ну, я считаю, это очень страшно, но это почти 10% населения. Хотелось бы, чтобы такие познавательные уроки проводились чаще и благоприятно воздействовали на молодое поколение, направляя их мысли и желания в правильное русло. We'll be right back.